Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Бурдер Коулилок. Сегодня у нас вторник, и тут я подумала, давайте-ка я с вами вместе буду вести обратный отчет. Короче, у меня осталось 4 рабочих дня. У меня сейчас 5 объектов в работе плюс грумерская. По времени 5 объектов, там получается 5 часов, 2 часа, 4 часа. 2,5 часа, 3 часа. Ну, прибавьте, сколько там. В реальности столько, конечно, я не работаю. Это уборка, но уборки, знаете, пришел, убрался, ушел. Убрался раньше, отлично, убрался позже, твои проблемы. То есть, ну, вот так и работаю. Больше половины объектов я могу убирать быстрее. Выпустила собак погулять сейчас перед работой. Хотела их взять с собой сразу, ну, чтобы в машине посидели, просто полностью открытыми окошками, но сейчас плюс 26, и это не вариант вообще. Так что я сейчас поеду часа на 3-4 поработаю, и тогда уже вернусь и буду решать, оставлять все-таки их в зале и потом, ну, в ночь забирать, или я уже их заберу, и мы поедем дальше, и они будут сидеть просто у меня в машине с открытыми окнами. Иди сюда, беги сюда. Смотрите. На камеру еще не так видно. Стой, жди. Стой, жди. Жди. Смотрите. Скелет. Просто. Трындец. Короче, Лео дает мне жару. Вечер. 3 часа. Ночи я еще в Таллине, как видите. Сейчас поеду домой. У меня 40 минут еще до дома. Ну, короче, блюет и поносит. Поносит прям жидко. Ну и чувствует себя плохо, видно. Или он нажрался чего-то, или хрен его знает, короче. Лашу не траванулся. Но я буду наблюдать сегодня, если что, с утречка в клинику. Чем-то похоже это состояние его на отравление, но и не похоже одновременно. То есть... Если бы он траванулся чем-то, то очень медленно развиваются симптомы отравления. Обычно, если собака траванулась, то она через 2 часа уже такая, в полудохлом состоянии, так скажем. И, ну, неправильные реакции у собаки. Сейчас он блеванул, я посмотрела, у него... Ну, чуть не переваренная пища и... трава и все. Сейчас буду отпаивать, дам таблетки для улучшения пищеварения и все. Будем ждать, смотреть, как организм себя поведет. Ну что, вроде он живчиком, сейчас покакал, ну совсем вода. Ну у Тора также было, так что, ну в принципе не страшно. Сейчас он хоть не так сильно поджимается, когда я его вытащила. Там около Т1, то у него такие уши назад, спина горбатая, было видно, что ему больно. Сейчас он, ну, получше. Я отосплюсь на этой неделе хоть один день или нет? У меня, извиняюсь, ОП24 рекламирует. Зоомагазин. Я один... 2 дня подряд уже сплю по 3 часа. И при этом я вожу еще машину. Я сейчас еду, и я чувствую, что меня просто вырубает. Прямо в смысле 4 часа ночи. 4 ночи. Я сегодня спала 3 часа. Ну и дремала еще час. Я планировала, вот, у меня был понедельник, вторник, сильные такие рабочие дни. Среда у меня до 4 вечера я свободна, у меня ничего нету. Я планировала отоспаться. Кто-то траванулся и решил, что Лиза не будет спать на этой неделе вообще, походу. Всем доброе утро. Сегодня среда. И у нас офигенная погода. Я сегодня днем отдыхаю, наконец-то. Хоть один день. Ура! А то я реально 2 дня подряд работать по 12 и более часов, это застрелиться можно.
Ну как по 12? Смотрите, я вчера, получается, была в Таллине уже в 8. 8:30. У меня тренировка в 10, так что мы сходили кофе попили, потом на тренировку съездили. В 10 у меня тренировка. В 4 ночи я приехала домой. Вот так вот. С собачками я уже погуляла, все сделала. Сейчас хочу помыться, привести себя в порядок. И пойду, наверное, включу фильм и буду чесать Шелли. Мне надо сегодня вычесать Шелли, потому что завтра ее будут мыть. И она уедет на выставку, у меня не будет собаки 3 дня. Так, у нас есть госпожа Фаня, сосисечка, ну, ветчиночка. И бум. Я же уже говорила вам, я записала ее, короче, на сорике. А, вам я не говорила. Записала ее на сорике. Это воскресенье будет, 60 километров от нас. И будет 2 agility трассы, 1 jumping трасса. Единичка. Вот посмотрим, как она agility пробежит. Она бегала полностью agility трассу 1 раз. 1 раз! Короче, посмотрим. Так, с Фаней я откликиваю любое попадание. Дай бог просто попадает в зону. У меня нет какого-то критерия, типа высоко попадает, низко попадает. Главное, чтобы попадало. Короче, пока идет там дождина и там беспросветно полностью, расскажу свой план действий насчет бума. Мне не нравится, как он сходит с бума. И мы думали поставить ограничитель шага, чтобы немножко поменять его движение. Я сейчас проанализировала все, ну, все, как он бегает, все видосики, только что засняла, посмотрела. И у меня появились мыслишки, как можно это исправить. Я сейчас вот хотела попробовать, но у нас льет как из ведра, и хотела, ну, посоветоваться с тренером, то есть отослать ей видосики. Я уже смонтировала только, как он бегает. И мысли, как это исправить. И спросить, стоит ли так делать или нет. Я думаю, стоит. Сейчас я попробую, но не сейчас. Ну, дождь закончится, может, через часик. У меня есть 1,5 часа. Может, все-таки прокатит. И я тогда отправлю тренеру и скажу, что она скажет. Я думаю, стоит попробовать хотя бы, ну, месяц-полтора вот так вот побегать с моим планом. То есть поставить в определенное место ограничитель. Я просчитала это определенное место, как ему по шагам, чтобы ему было вот так, как я хочу, чтобы он шагал. И посмотрим, будет он так делать или нет. Ой, это называется, когда руки чешутся. У меня так руки чешутся сейчас пойти побегать. Но я держусь из последних сил. Прям себе говорю, Лиза, травма дороже выйдет, чем твоя хотелка. Так что держись. Сейчас, он, видите, у нас то льет сильнее, то меньше. То сильнее, то меньше. Хотя там уже он беленько, уже практически просвет, я бы сказала. Так что ждем. У меня еще 1/2 часика есть. Может, прокатит. И все-таки, если будет просто чуть-чуть моросить, тогда можно еще побегать. В такой ливень, конечно, не вариант. Совсем-совсем-совсем причем. Ты умничка, браво! Вау! Супер! Отлично! И еще разок. 3:30 утра, я вернулась домой. Тихо, пойдем собак встречать. Насрали. Сейчас будем это убирать. Насрали. Тихо.
остальном нормально. Ну, это понятно, потому что собаки достаточное время были дома. То есть я уехала в 4, 12 часов у меня не было, так что я за это даже не ругаю. Сейчас уберу и еще пойду гулять с теми, кто у меня на передержке. Мы с ними гуляли, с теми, которые на передержке, а с этими не гуляли. Раз собака гуляет, два собака гуляет. Своими я уж погуляла. Ну как, я их выпускаю, закрываю дверь и говорю, идите гулять. И кто хочет делать свои дела. Потом я кормлю всех по клеткам и спать на ближайшие 6 часов. Потом мы встанем, и там уже будет более полноценная прогулка, потому что я их заберу с собой. Там уже я смогу в городе погулять на поводках. Хотя по полчасика с каждым уже неплохо. Да, это вот неделя у меня такая загружена. Вообще я так не работаю, ребят. Это, ну, это не работа, это трындец полный. Но эта неделя у меня, получается, 3 объекта, где я заменяю людей. Получается, уже 4 мне еще прибавили. Я даже не считала, сколько у меня там часов, но ты хрена. Все, гуляем и спать. Просто спать. Потому что, блин, это жесть. Да, Лилух? Вот с ней сразу видно, гуляли. Ну, потому что никуда не убегает. А это, ну, может, вышли так быстренько, и все. Да, вот так, всем привет. Я пока собираюсь на работу. Это, получается, 3-я моя работа на сегодня. А, там склады холодные, так что я, видите, одеваюсь, уши прикрываю, все остальное. А, и перчаточки обязательно. Купила я, значит, Лео таблетки. Сейчас покажу, какие. Я использую вот такие таблетки. Это для желудка. Ой, это от поноса. Офигенные таблетки помогают. Их можно собакам, это человеческие. Если у собаки понос, и он как бы связан из каких-то там причин, типа отравления, то, в принципе, можно ему дать, посмотреть, что будет. Но если это что-то, например, типа вируса, паровируса, то нельзя давать. И купила мезим. Это для улучшения пищеварения. Я себе выпила. Себе выпила. И Лео дала половинку таблетки. Опля, вообще 2 таблетки в день можно человеку. Ну вот Тору, Лео я дала половинку и больше не буду давать. У него до сих пор понос. Если что, сегодня у нас четверг, у него до сих пор понос, но, в принципе, не критично, он чувствует себя хорошо, просто вот у него понос. У него это бывает, у него очень слабый желудок, и не дай бог, что-то он не то съест, и все, и нас понесло. Дала, я думаю, ему станет легче. Все, я поехала, пошла работать, у меня здесь где-то, ну, 2 часа здесь работы, еще один объект, 1,5 часа работы, и все, я поеду домой. Уже на последнем объекте я буду так быстренько работать, и все. А насчет собак, собаки со мной сейчас, ой, мой, со мной Лео, Тор, и на передержке, которая у меня собака со мной, все остальные дома. У меня, слава богу, заканчивается эта неделя, то есть завтра последний день. Завтра я буду еще работать, в воскресенье еще буду работать, и все, и у меня минус 3 объекта будет. То есть, фух, я прям выдохну, потому что я очень устала в таком темпе работать, я не успеваю ни за собаками, ни за чем. И еще кое-что я хотела сказать. Сейчас расскажу, секундочку. Смотрите, какая красотка. Последнее, что я могу сказать, это я отказалась от танцев. Да, я теперь не буду ходить с Лео на тренировки по танцам. Первое, я очень много должна сейчас откладывать на машину, то есть у нас цель к декабрю купить машину. Но это мелочи. Есть цель номер 2. Цель номер 2 — это выучить эстонский. Чтобы выучить эстонский, мне надо репетитор 100%. Я пробовала учить сама. Нет, мне нужны конкретные наставления и конкретно, чтобы я могла у какого-то человека определенного спросить, как правильно. И у человека, который знает, а не у Гугла или у какого-нибудь Эки, вот этих вот всех переводчиков.
Я очень хочу брать эстонскоязычных клиентов, и для этого мне надо выучить и подтянуть эстонский. Мне не нужно знать эстонский полностью, мне надо знать эстонский в моей области, так скажем, и уметь ответить, спросить у клиентов. И это все стоит достаточно больших денег, то есть я хожу, например, с Лео 4 раза в день на танцы, и вместо того, чтобы ходить на танцы, я буду 2 раза в месяц ходить на тренировки, ну, короче, к репетитору. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, это правильное вложение в себя. Вот так вот. Ну что, так, ребятки, 12:30 ночи. Я вот сейчас еще приехала на объект, у меня там 3-й этаж уборка. Обычно у меня уходит 2 часа, но сегодня я уберусь, так скажем, тяп-ляп. Сегодня вообще везде убираюсь тяп-ляп. Иди сюда, Лео. Лео. Иди сюда. Потому что, ну, сил больше нет. Не повторяйте реально моих ошибок. Это трындец. У меня... Лео, иди давай. Иди. У него понос снова. Я сейчас дала ему таблетку от поноса. Посмотрим. Может быть, поможет. Попробую сейчас... 3 дня курс сделать. Если уже совсем ничего, ну, не будет помогать, то, конечно, поедем в ветеринарку. Он не блюет, ничего, просто у него понос. Я думаю, он нажался корма в зале какого-то просроченного, и вот теперь его мутят. Короче, ждем, пока организм заработает. Сейчас уже начала, до этого ничего не давала им, никакие таблетки. Сейчас начала, только корм дала. Один день, вот этот гастро, Райл Каниновский, а сейчас уже на таблетки перешла. Так вот, ну и схуднула очень сильно, конечно, ничего не усваивается в организме. Если 3 дня еще будет понос, ну, не будет улучшений, даже 2 дня улучшений совсем не будет, то поедем в ветеринарку, будем ставить диагноз, чтобы нам прописали уже таблетки. Так о чем я? Я о работе, что я вот сейчас работаю, я так не буду больше соглашаться. 4-й день работаю с 5 до 3 ночи. И помимо этого у меня еще грумерская работает, и у меня передержки еще. Грумерскую я 3 дня работала, и 1 день у меня был отдых. И вот завтра я буду отдыхать еще. Что я устала не сказать ничего. Я задолбалась. Вот честное слово. У меня организм просто отказывается работать. Я еду, и у меня просто глаза слипаются. Я понимаю, не дай бог, я сейчас засну за рулем. Вот не дай бог. Мне повезло, у меня мама согласилась сейчас остаться с собаками. Ну, у меня дома еще 2 собаки. И на передержке 1 собака. И, ну, там такая на передержке собака, которая офигенная. То есть она никуда не убегает, она, ну, короче, офигенная, с ней справится даже дурачок. И она согласилась их покормить и погулять. Она весь день сегодня дома, и она с ними сегодня гуляла вместо меня. Слава богу, хоть кто-то. А то у меня сейчас получилось так, что сегодня уже пятница, ночь пятницы, ну, будем считать четверг. Чё это я? И чё я говорила? А, вот. Я уже забыла его. Всё, видите, я уже в состоянии трупа. Во, я хотела... Сегодня четверг... Ну, уже прошел четверг. Я закончу сейчас этот объект в 3 часа ночи. А мне уже на тренировку по agility в 10 надо. Из-за этого мне повезло, что мама сказала, иди к бабушке. Иди спать к бабушке, потом уже приедешь завтра. Тебе, ну, зачем тебе приезжать, чтобы поспать 3 часа и поехать дальше обратно сюда же на тренировку? А у меня бабушка в Лосномяе, мне как бы из Лосномяя 10, там, в районе 10 километров до треньки ехать. Или 50. Разница большая-большая. Так что все, я завожу собаку в машину. Надеюсь, у Лео животик начнет проходить все-таки. И все. И
Все, я пошла работать. То я никогда не начну, потому что мне так не хочется идти на этот объект. Я его не... Фу. Никогда не возьму заменять этот объект больше. Никогда. Деньги платят вот такие, вообще никакущие. А требований уйма. То есть я ненавижу такие объекты. И насчет тех таблеток, которые против поноса. Ой, подождите. Блин, я багажник забыла закрыть в машине. Ладно, сейчас вот на нем сразу спускаться. Я сейчас дала Лео как-то 1:30 назад. Я дала ему 2 таблетки. Я буду наблюдать, если кал будет образовываться нормальным уже, то тогда я буду давать по 1 таблетке утром и 1 таблетку вечером в течение трех дней. Я уже даже свет не включаю, ничего, потому что, ну все, силы закончились. И там будем, короче, наблюдать. Если состояние такое продолжится, тогда, увы, без вариантов. Будем ехать в ветеринарку, что мне не хочется. Я напишу вначале заводчице Нориной. Может, есть те препараты, которые у меня есть, я могу что-то вколоть. Как вариант. Вроде там ничего такого нет. Все, наливаем водички. Пойду отнесу водичку собакам попить. Вода всегда должна быть в открытом доступе. Сколько я могу вам говорить? Все. Давайте я закончу видео на этом. Оно и так, наверное, получилось очень длинным. И продолжим уже с пятницы, а там у нас и соревнования скоро. Так что увидимся в следующих сериях.